Сейчас я покажу рецепт, как я готовлю очень быстро и вкусно мелкую рыбу. Вот, например, сегодня у нас будет килька. Размораживаем рыбу, потом отбрасываем ее на дуршлаг, чтобы стекла вся лишняя вода. Я покажу свою фишку. Беру простой целлофановый пакет, накладываю 3 столовые ложки муки, добавляю примерно чайную ложку соли, немножко красного перца по вкусу. Эту смесь я тщательно перемешиваю. В пакет складываю нашу размороженную рыбу. Закрываю пакет, все перемешиваю тщательным образом. Рыба смешалась с мукой, и мука тщательно покрыла каждую рыбину. Затем на сковороде это все обжаривается. Рыбка обжаривается по несколько минут с каждой стороны. Получается очень вкусная рыба, готовится легко, просто. Панировка не пачкает ни стол, ни посуду.